Привет! Я нахожусь в московском офисе, и у меня для вас интереснейшая новость. У меня в руках уникальный аппарат, который позволяет оплачивать криптовалютой в 200 тысячах торговых точек по всему земному шару. А сейчас в офисе просто с самого утра настоящий кипиш, потому что это уже готовый рабочий торговый терминал с Platin Coin, с возможностью оплаты Platin Coin. Ну, давайте распакуем. Итак, мы убираем все инструкции, это все, конечно, здорово, но нас интересует то, что в коробочке. Это ярко-оранжевый терминал, который можно оплачивать за криптовалюту. Но коробка нам уже не нужна, поэтому давайте мы от нее сейчас избавимся. Да. И давайте включим сейчас наш с вами терминал. То есть очень быстро включается и... Так, что мы здесь видим? Друзья, смотрите, здесь у нас есть вот такая вот классная кнопочка, да? Мы видим, что это оплата Platin Coin, и давайте сейчас посмотрим, как это происходит, как это будет происходить в ближайшее время у каждого из вас. Давайте сейчас запустим наш PLC Wallet, да, я думаю, у каждого такое приложение есть. Здесь уже все настроено, то есть здесь уже есть стоимость товара, здесь уже стоимость товара в евро. Значит, я уже выбрал стоимость товара, я хочу выбрать криптовалюты. Выбираю криптовалюты, и здесь из списка криптовалют выбираю Platin Coin. То есть мы уже вместе с биткоином, этериумом, лайткоином, и здесь такая дружная компания вместе с Platin Coin. Выбираем Platin Coin. Так, идет подготовка к платежу. Я уже открыл свой PLC Wallet. Нажимаю на кнопочку Send. Все, что мне нужно сделать теперь, это отсканировать данный QR-код моим телефоном и нажать кнопку «Отправить», потому что как только я отсканирую данный QR-код, стоимость товара сразу же отобразится у меня на телефоне. Значит, я нажимаю на телефоне QR-код, сканирую данный QR-код, который есть у меня на терминале. Стоимость соответствует 5 Platin Coin, то есть 25 евро – это 5 Platin Coin, которые я сейчас буду оплачивать. Итак, нажимаю кнопочку «Send». Continue. И все. Поздравляем, ваша транзакция ушла. А теперь внимание, чудо. Все просто. У меня теперь есть чек. И это по-настоящему первый дубль, когда вылез вот такой вот маленький чек. Ну, естественно, то есть это тестовая оплата, тестовая покупка. Поэтому я считаю, что именно по этой причине сегодняшний офис просто ходит на ушах. Но это же еще и не все. Дело в том, что здесь вокруг меня находятся еще интересные коробочки. Пух! Три терминала, три устройства, оплата карточками, оплата мобильным телефоном, полноценный кассовый аппарат, который может находиться в магазине, в торговом центре, в кафе, на заправке, да где угодно. И, друзья, вы понимаете, что это контракт с компанией, которая имеет в год миллиардный оборот. Таких точек сейчас, таких установок, такого оборудования, таких торговых терминалов на данный момент находится более 200 тысяч единиц по всему земному шару. В ближайшем будущем вы сможете увидеть такие терминалы где-нибудь на заправках, кафе, в магазинах и возможность оплаты за Platin Coin. Здесь интересный дизайн, конечно же, черный, более изящный, и плюс здесь есть возможность оплаты картами. А хочу сразу сказать, что оплата картой доступно не только здесь, в других терминалах тоже, но вы можете покупать криптовалюту, вы можете покупать Platin Coin благодаря этим терминалам. Этот чек я сохраню для себя, этот чек я положу сейчас в свои портмоне и просто для истории, потому что когда-то все мы с вами делали что-то впервые. Ну, друзья мои, это будущее. Это будущее, которое наступает уже сейчас, здесь и сейчас, Platin Coin. The Time Is Now. С вами был Игорь. Всех благ вам, удачи, а я снова заработал. Пока!